дорога как спиральная доска, блин.
что выпало на судьбу этой поездки, и заснял.
перекусил немного. И, по-моему, дождь. К счастью, сейчас крепость восстанавливают по специальной региональной программе. Прекращается. Сохранение памятников культуры и истории. Уже более современный период развития калининградского кинематографа. Это съемки сериалов, вспоминает руководитель одной из местных кинокомпаний Светлана Гикс. До 70-х годов это как раз военная тематика. Очень хорошо, потому что сохранились именно архитектурные объекты. А уже после 80-х годов, да, наверное, ближе 90-2000-х годов, уже начали снимать сериалы. То есть одним из там, первых сериалов «Бухта страха», да, у нас режиссер Виталий Москаленко. Сейчас снимает и фильмы, как полнометражные, так и короткие метры, и сериалы, и документальные ленты. В регионе ежегодно проходят кинофестивали федерального и даже международного уровня, такие как «Короче», «Край света запад». Чтобы у приезжих съемочных групп не было проблем с кадрами, Калининградская фестивальная дирекция не так давно запустила проект «Межрегиональный кинорезерв творческой молодежи». Его цель как раз развитие регионального кинематографа. В рамках этого проекта молодые люди могли бесплатно выучиться на второго режиссера и графера, то есть специалиста, который отвечает за свет на площадку. Впечатлениями от учебы поделилась выпускница курса калининградка Валерия Красная. Опыт в кино есть, потому что многие ребята, которые здесь учатся, они очень увлекаются кино, и первое мое обучение было на кинопрактике в высшей школе кино «Арка». Там я получила, ну, можно сказать, такую специализацию больше как сценарист. Так, ну что? Хотела развиваться дальше. И двигаемся еще примерно 1.5 часа. Потом меняем каждый год карту памяти. Поверните налево. Сколько их? Пусть проедут, чтоб стекло лобовое не заляпывали. Продолжение следует.
Джанбира. Как мы понимаем, это должно быть? Ну, Биробиджане. А какой? Это столица Еврейской автономной области. Там кто живет? Как называются коренные жители? Давайте посмотрим. Еврейпейцы? Потому что евреи вроде бы живут в Израиле. А тут, наверное, еврейпейцы. Еврейпейцы. Что за вышка среди облаков? Обгоняйте, обгоняйте, кто там? Картинки, что служат. И мы тогда идем в регион, ищем, мы полюбили последний год, когда тунза, и мы, кстати, возвращаемся в следующем году. Мы понимаем, что Ленинград, Новгород, дальше будет Нижний Новгород. Что мы там еще ищем? Нам для того, чтобы ходить в Винчик, нам, конечно, категорически не хватает. Почему? Потому что прежде храмы, понимаю, в Москве, у нас актер есть, мы знаем, вся техника есть, второй класс есть, машинные мастерские, гривы, ну, все это все доступно. Как только мы с вами все это берем, мы не переводим. Я понимаю, я тоже активный участник, все это обрастает в новую цивилизацию. Командировочные, которые нужно оплачивать участникам съемочной группы и актеров. Это поездки актеров бесконечно, это прийти на базу. Еще вспоминается, мы знаете, мы были Там регион.
правильно там репортажи коллеги, что Калининград, коллеги, вы это сказали, Калининград называется Калининград, а не Южно-Урск, да, конечно. Ну, вы же понимаете, да, мы в большинство кино снимаем. Да, в каких-то зеленых. Ну, в каких-то непонятных городах. Нет, ну, если это будет конкретно Калининград, и мы увидим прямо Пушкинскую плацу, и мы увидим там Зеленоград, и нашли вот это примечательное. Да, танцующий лес. Не-не-не, там кошки. Да. И вот эти кошки там, я не знаю, там концертный зал Кентана. Конечно. Ну, просто так, что это, да, там, накид концерт. Но мы тогда вам еще не зал Светлогорский, а называется Степанутка. Да. Да, извините. Вот, и зашли в наш отпуск. Ну, это понятно, где Кентан. Но тогда, мы с тобой не шли. Вот это вот там было, да, движение, то есть, а мы понимаем, да, что здесь я снимаю, например, для телеканала «Россия 16» или «Большую студию». Мы пока в прайм-тайм, мы работаем как прайм-тайм 14-го канала. Мы, по сути, продвигаем 16-16, когда человек в прайм-тайм, замечательно, отменно. Да еще красиво снят. Красиво снят, еще и сюжет. И даже там вот коллеги, например, снимали жениха, открывают глаза, сказали, да? Вот видите, вот здравствуйте. Вот еще один поезд. Бановский. Наш кинотеатр, Пятигорский и так далее, все очень хорошо. Да, простите, перебил, очень интересно. Вот лично мне кажется, что системный выезд может быть по-настоящему эффективный, если это допустить ряд условий. Ну, по мне, поехать. Во-первых, локации для съемок, для павильона, оборудование. Мы об этом уже упомянули, и специалисты на местах. Вот сегодня инфраструктура региона меняется, и создается ли какая-то конкурентность в пяти регионах для того, чтобы именно он прям в Тулон или в Калининград поехал, чтобы его чисто не снимать. Ну, по павильону, почему спрашивают? Ваши проблемы? А вот что касается инфраструктуры, это вопрос очень любопытный. Значит, конечно, нам, когда мы начинали работать в Калининграде, мы не с первого, там ничего не было. Сегодня там есть уже все компании технические, которые необходимы для киносъемки. Если приезжать в Калининград, уже ничего не надо. Все есть, все уже все есть. То есть как жизнь сама конструирована таким образом, когда ваня эти книжки, просто в глаза начинают ребята. Военная колонна идет. Получается, заказывают картину.
покупать, даже если там любые деньги, просто то, что ты расстраиваешься, реально там сколько помогаешь, что вам просто немножко легче, да, приезжать. Ну, я тоже есть, в принципе, вот, да, с массовкой там проблем. Мы снимаем в Геленджике, и вот, в Анапе, в Сочи, вот у нас целый сериал «Прекращение», Да, это не просто сериал, 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 это не прос